Гляньте, официально разрешено бухать, жарить шашлыки на берегу моря. Ну, по-моему, это по технике безопасности как-то не очень. Вон река, и ты можешь спокойно прийти с шашлычком, с коньячком. Ну, не знаю, как-то это аккуратно там. Потому что это не безопасно. Ты тоже с этого района? Ты был в кочергах когда-нибудь в своей жизни? Что такое нахуй кочерги? Знаешь кочерги? Нет. Ладно, это, наверное, Камянецкий район. Не знаю, что такое кочерги. Я не из Едали вёски Литва не был. Ты, блядь, я из города, это ты из вёски. Ну, так я же говорю, это вёска Литва, у меня же вёска Литва. Литва. Короче, послушай. Опять катер, бля, катер, Минское море. Чайки, моторы, Минское море. Мы тоже ещё куда-нибудь прийти. А, хотя у нас на балконе можно. Мы же не... Нельзя. Мы из богатых. Нельзя. Смотри, пляжный волейбол, можно там за кустами играть. Вот видите, как он меня прибывает? Он меня заколебал уже. Я вечно что-то рассказываю.